одаренные. Помогите! Ты не знаешь о том, что ты мутант. На помощь! Что это? Пока силы впервые не проявятся. Я должна найти брата! И в этот момент вся жизнь меняется. Энди! Навсегда. Два мутанта из Далласа разнесли школьный спортзал. Федерал уже здесь. Теперь риск точно слишком большой. Как же так? Никаких признаков не было. Мама, ты сама знаешь, с чего все начинается. Сильного стресса. Или опасности. Папа все время об этом говорит. Мы все знаем, кем работает ваш отец. Но с каких пор ты стала специалистом? Мама, я знаю, потому что... Как, по-твоему, мы выбрались из спортзала? Почему ты молчала? Папа в тюрьму сажает таких, как мы. Когда речь о твоих детях, правила меняются. Режиссер Брайан Сингер. Да. Слышал про случай с мутантом? Это мои дети. Что? Моей семье нужна помощь. Ты не можешь так рисковать, понял? Когда мы будем сражаться? Люди X-братства, мы даже не знаем, существуют ли они. Нас прикончат одного за другим. Это история о двух семьях. Это все? Да, все здесь. Сплотившихся, чтобы защитить друг друга. Копы! Они уже едут сюда! Не тех, что на виду. А тех, что в тени. Они сражаются. Чтобы сбежать. Чтобы выжить. Это наша история. Боже, нет! Фокс представляет «Буревестник». Туда, живо! «Полярис». «Блинк». «Эклипс». Энди Стракер. Лоренс Стракер. Да, это тяжелое время. А еще это великий дар. Одаренные. Премьера 2 октября. Ты других хоть раз обжигал? Ага. И девушку свою тоже? Да. Но ей пофиг. Поэтому она моя девушка. Клево.